Ограбил почтовое отделение, но был пойман полицией. Разбойное нападение произошло в конце ноября прошлого года в микрорайоне Юго-Восточный. 33-летний ангарчанин, угрожая оружием, забрал выручку и скрылся. Искали его почти 4 месяца. Производство следственного отдела номер 2 по городу Ангарск, находится уголовное дело по факту разбойного нападения на почтовое отделение. Личность подозреваемого по данному уголовному делу установлена, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данное преступление, предусмотренное статьей 162 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.